І на черзі наша друга розмова експертна. На цей раз до нашої студії вже завітав Олександр Логачов. Це менеджер туристичного оператора «Експедиція», гід по таким країнам, як Іран та Ефіопія. Доброго вам дня. Добре. Скажіть взагалі, як так сталося, що саме ось про Іран ми сьогодні не будемо згадувати, будемо говорити про Ефіопію, оскільки Африка – це сьогодні тема на повістці дня. А як так сталося, що саме ось цією країною ви почали займатися, адже таке зовсім нестандартний напрямок? На самом деле, такой достаточно нормальный вопрос, потому что, в принципе, мы как раз и разрабатываем такие направления, как нестандартные. Вот, и в плане таких континентов, как Африка, есть Северная Африка, тоже Тунис, Египет, Марокко, которые все знают. Есть такие известные страны, как Танзания, Кения, там ЮАР, а есть такие страны, как Эфиопия, которые сконцентрированы всего очень много интересного, но туда очень мало ездят. Поэтому мы начали его и, скажем, разрабатывать. И вот буквально через 3 недели уже я еду с группой изучать эту страну. Ну, Эфиопия, я так понимаю, это не для каждого туриста. Это такое, это такое точно не для каждого. Путешествие не для всех, будем так говорить. Если Эфиопия, то для кого? Нужно быть готовым к такому путешествию. Что нужно? Для какого это туриста? Я скажу так. Однозначно нужно быть готовым к такому путешествию. Первое, что нужно помнить, это Африка. То есть вспоминаем все фильмы, все передачи, которые мы смотрели про Африку, про все... Когда боги съехали с лозду. Это вот как раз из этой же степени, серии. Вот. И не надо думать, что вы сейчас приедете, вы будете там белым господином, которого вас будут носить на руках, там, на спинах местные жители, ничего подобного. Белого человека в этой стране воспринимают как источник дохода. Угу. Это первое, что нужно помнить. Шановный гаманец, прошу до вашей уваги. Это, в принципе, абсолютно правда, и никакого здесь нет преувеличения. Поэтому случайных людей туда не попадает, случайных людей. Но, тем не менее, те, кто туда попадут и увидят своими глазами то, что они там увидят, это, конечно, будет, так скажем... Шок культурный такой. И культурный, шорный. И эмоциональный, и, наверное, по впечатлениям, это на очень долгие годы останется самим человеком. Вот если так сказать, Эфиопию можно разделить на, скажем, на три сферы, что можно там увидеть. Первая, южная часть, это племена и природа. Вторая часть, северная, это историческая часть. И, скажем так, третий маленький такой участок – это пустыня Данакель со знаменитым вулканом Далоу. Вот, ну, в принципе, эту местность называют и Данакель, и Далоу, то есть кому как удобно. Звучит как Даном, вернемся. Это немножко не то. Вот. Это такой, скажем, очень экстремальная часть, потому что, во-первых, эта часть безумно дорогая. То есть туда, если идут люди, это люди целенаправленно тратят деньги. Ну, а сколько тратят, раз мы уже об этом говорим? Я вам скажу про вот эту часть, про вулкан, если так вкратце. За 3-4 дня, это $1000 человека, угу. Это однозначно будет. И, чтобы вы понимали, это никаких условий. Ага. То есть это спать под открытым небом, отсутствие санузла. Воды. Мобильного связку. Электричество. Всего. Навіть сказали про те, що користувачів лише самого Києва може бути більше інтернету, ніж усього континенту Африки. Тому що взагалі інтернет в деякі країни там навіть не поступає. Це правда. Вот. Ну, тим не менше, додають за емоціями. І емоції будуть однозначно колосальними. Зашкалювати. Ну, а якщо емоціонально ми готові, треба готуватися якось фізично, треба якось готувати своє здоров'я, потрібно, можливо, взяти якісь прививки і так далі. Значить так, Ефіопія – це одна з тих країн, куди рекомендується робити прививку від жовтої лихорадки. Ну, є таке, скажімо, умови. Якщо ви прилітаєте з Європи, то вам не нужна эта прививка от желтой лихорадки. Если вы прилетаете из стран Африки, например, у вас транзитный рейс, к примеру, Стамбул, Кения, Адис-Абеба, то, скорее всего, по прилету вас сразу же первым делом что спросят, это покажите ваш сертификат от желтой лихорадки.
В Украине на данный момент она делается только в одной Октябрьской поликлинике. Угу. Вот, все. То есть и то есть эта вакцина, то нет. Как таковых вакцин, прививок больше делать не нужно, но нужно соблюдать противомалярийную профилактику. Тоже пьются специальные таблетки, начинают пить за 2 недели до приезда, одна таблетка в неделю во время пребывания в Эфиопии и 4 недели после. В принципе, это несложно, никаких, скажем, осложнений на здоровье это не будет, но тем не менее, это сами себя безопасно. Якщо, не дай Боже, якісь стаються неприємні такі речі, наприклад, якісь виникають симптоми чи будь-що, до кого потрібно звертатися і що в таких ситуаціях робити? Смотрите, в Ефіопії, в принципі, як, мабуть, в любой другой африканской стране, очень развито движение Красного Креста. Угу. І даже в Ефіопії є мало того, что в крупных городах, такие как Адис-Абеба, там на севере, в Бахирдаре или в Гандере, есть какие-то отделения Красного Креста, есть еще русскоязычная служба Красного Креста, которая работает в Эфиопии, есть контактный телефон, что если, не дай бог, что-то случается, можно им позвонить и, ну, гарантированно, скажем, вы получите какую-никакую, но помощь медицинскую. Но если говоря о страховке, на страховка в эту страну стандартная или какая-то с бонусами, с дополнениями, расширенная? Страховка идет стандартная, то есть она в Эфиопии, это с покрытия, как и в любую другую страну, там 30 тысяч долларов, она включает в себя очень много, но тем не менее лучше, конечно, избегать пользования этой страховкой, вот, но тем не менее, что всегда нужно иметь, скажем, в контактах и телефон Красного Креста, потому что это, скажем, более оперативная, нежели помощь от страховой компании с какой-то государственной клиникой. Расскажите про визу. Как она там отримується, сколько она коштує, что для неї потрібно? Очень интересная ситуация с визой. Я столкнулся, например, в прошлом году с этой ситуацией. Есть такой портал Тематик, которым пользуются все авиакомпании. У них очень долгое время писалось, что граждане Украины могут получить визу по прилету. На. Куди саме? У Київ назад чи в Ефіопію? В Ефіопію, для перельоту в Ефіопію, по прильоту. В аеропорту Адіс-Абеби. Но посольства Ефіопії в Україні нет, і за нас відповідає, так само за Україну, відповідає посольство Ефіопії, знаходячися в Москві. І позвонив туди, я узнав, що граждане України повинні отримати візу зарані. А, Украина. Ну, давайте. Зараз мы вас помучим. Тем не менее, в самой в Москве в посольстве виза оформляется буквально за 15 минут. Стоит она $40. Заполняется на от руки. Очень такой интересный. Але дистанційно неможливо її отримати. Лише потрібно туди поїхати для того, щоб її отримати. Нет, можна отправить паспорт спокойно. Поштою, голубами. Вот. Можна самостоятельно з'їздити. Ну, дійсно, за 15-20 минут делается виза, і никаких. Але при цьому 12 годин десь у дорозі потрібно витратити, що не менше в один рік. Це є така, скажімо, особливість. Вот. Ну, по прильоту вона не діляється. Раніше можна було в аеропорту, скажімо так, за небольшу дополнительну плату в розмірі там, $80 или $100 цю візу поставити. Ну, якщо вона стоїть $40 в посольстві, по прильоту вона стоїть $50 плюс $100, ну, різниця є. Але виникає запитання, тоді, якщо ми отримуємо там візу, я так розумію, що і вже авіаперельот одразу миттєво там планується після отримання цієї візи. Чи все ж таки віза робиться окремо, а вилітаємо потім з Києва? Візу можна зробити, от ми зробили до всієї групи візу на прошлій неділі, вони полетять через 3 тижні, всі туристи, в тому числі і я, тобто без якихось проблем. Тобто це дистанційно зроблено і... Я лично з паспортами їздив по посольству. Ось так. Потратив час свого времени, но тем не менее вся група з візами і ніяких проблем. Ну, если говорить о полетной программе, мы летим с пересадкой, конечно, сколько мы летим, как долго мы летим? Конечно же, из Украины мы летим с пересадкой. Ну, это да. Вот. Да. И, в принципе, здесь есть два варианта. Это пересадка в Европе, либо пересадка в Стамбуле. Турецкими авиалиниями, если пересадка в Стамбуле, либо пересадка в Европе, это может быть, например, Люфтганза. Либо же, если у кого есть шенгенская виза и кто хочет немножко сэкономить, например, можно купить билет в Киев, в европейский город, например, Стокгольм, и из Стокгольма полететь уже эфиопскими авиалиниями
в Адис-Абебу. Ну, разница будет порядка около 100-150 долларов. Но это нужно иметь именно шенгенскую визу, потому что рейсы никак не одним билетом не стыкуются. Стоимость билета, в принципе, 600-700 долларов в обе стороны, независимо какой авиакомпании, просто смотря за какой срок покупаются. І за який термін варто їх придбати, щоб, наприклад, зекономити на ранішньому авіабронюванні? Ну, от, для примеру, буквально полмісяця назад я смотрел білет, от, примеру, на свої дати для своєго тура. Білет стоїв около 750 доларів. Всі мої туристи покупали заблаговременно, то есть в мае месяце, где-то май-июнь, ну, за 600-650 максимум. Це лише в один бік? Ні, туди-обратно. Туди-обратно. В одну сторону в Ефіопії тільки екстремали. Я вже думав, так, що це майже так коштує, як і у Сполучені Штати Америки, авіаквиток. Мені такий вопрос, це ж Ефіопія. Там, я так розумію, нету какой-то определенной системы питания, или все-таки как-то у нас есть какой-то завтрак, знаете, как говорится, гарантированный, или мы сами что-то ищем, сами что-то это, как там кафешки, рестораны, или что там вообще есть? Вопрос еды в любой поездке всегда встает он острый или не острый, но он, тем не менее, имеется. Эфиопия имеет, так скажем, свою специфическую кухню. Любя, на самом деле, говорю, для белого человека она может быть слегка специфичной. Ее интересно попробовать. Это 100%. Это такой колорит. Она разнообразная. То есть в разных регионах она очень разная. Вот. Но, тем не менее, она очень острая и кислая. То есть это такая специфика любой, наверное, жаркой страны. Специи. Что есть тогда? Эфиопская окрошка, например, еще какая-то. Примерно. Плюс-минус. Вот. И основное блюдо, которое эфиопы все едят от мала до велика с утра до вечера, это инжера или инжера. Это так называемый хлеб, который представляет из себя блин диаметром около 80 сантиметров, сделанный из муки сорняка тефа. То есть это реально сорняк. Это имеет такой серый неприятный цвет и кислый вкус. И эта инжера у них служит и хлебом, и тарелкой. И, напомню, еще как фризби берешь, так запускаешь его. Она достаточно мягкая, но тем не менее, если полежит, я думаю, что можно и так ее использовать. В принципе, в любом отеле, скажем так, в любом нормальном отеле, потому что отели тоже в Эфиопии очень сильно различаются, есть кафе или ресторан. Поэтому там можно взять и эфиопскую национальную еду, можно взять более-менее европейскую, например, там какую-либо пасту, либо картошечку с каким-либо мясом. Вот. Но, тем не менее, если хочется колорита или хочется просто погулять по городу и зайти в какую-то кафешку, то нужно быть готовым к тому, что не любая еда может подойти человеку. А там, вот вы говорили, есть вот гостиница, мы выяснили, трехзвездочная, четырехзвездочная, пятизвездочная. В каких нужно жить? Вот если вот ви їдете в Аштур, в яких гостиницях? Як вони відрізняються, давайте скажемо так, якщо їх порівнювати, наприклад, з готелями Єгипту, Туніса, чи тих напрямків, які звичайно стоються попитом, можливо, навіть і та сама Танзанія, чи є якісь відмінності, чи і взагалі, які вони є, ці відмінності? Возвращаемся к тому, з чого я начал. Білий чоловік в Ефіопії – это источник доходу. Естественно, если хочется какого-то комфорта, к которому мы привыкли, как в Египте, либо там в Европе, естественно, нужно платить. И тогда стоимость номера будет, ну, в лучшем случае, 100 долларов. Это в лучшем случае такая минимальная стоимость. Если рассматривать нормальные отели, в которых можно остановиться, позавтракать, не отравиться. Покупаться, вот, я так понимаю, душ, да, вода. Ну, это, скажем, европейская будет двоечка. Вот в таком уровне. То есть чистенько, аккуратненько, но без изысков. Uh-huh. Опять же, с чего я начал. Эфиопию можно поделить на три части. То есть Данакиль, где вообще отсутствуют какие-либо условия. Южная часть, где племена и природа. Там, в принципе, как таковых отелей нет. То есть суть поездки к племенам. Это есть какой-то маленький населенный пункт, какая-то деревня, и от которой нужно будет отъехать куда-то вглубь, километров 80 или 100, чтобы посмотреть, как живут племена в своей привычной среде обитания. И вот в этой там деревеньке может быть какой-то
гестхаус по типу какого-то пансионата или что-то в этом роде, на несколько, там буквально 5-6 номеров. Это счастье будет, если там будет электричество и вода. Но мы стараемся такие именно находить, которые, чтобы действительно большой шок был у туристов, вот, а если будет шок, ну хотя бы постепенный. Ну, вот. Отключение электричества в принципе в стране постоянное, ну, в основном это касается южной части, поэтому, опять же, туристы, которые едут в большой тур по Эфиопии, например, хотят и юг, и север посмотреть, то они должны быть готовы к тому, что это... Тобто резервний акумулятор потрібно з собою брати для того, щоб і фотоапарат живився чимось, і телефон, ну і, можливо, якісь інші пристрої. Так це 10 треба, я так розумію, резервних акумуляторів, щоб хватило. Ну, я ж говорю, що там 24 часа в сутки немає електричества. Тобто яке тут? Воно є. Ну, наприклад, його спокійно можуть вечором відключити на 10 вечора до 8 утра, його можуть відключити. Угу. Що, ну, зачем людям ночі? Скажіть, що з приводу електроенергії це непогано, а що це за фотографія? Попробуй это фотографии. Цікавий знімок. Що це висить? Начебто якесь сіння. Хоча не зовсім. Это не камень, это колокол в церкви. Так как Эфиопия бедная страна, плавить железо, делать колокола у них нет возможности, поэтому подвешивают возле церкви такие вот камни, берут маленький острый другой камешек, и когда по нему стучат, получается достаточно такой звонкий звук. Ну, такая вот система, ну, самобытная. Все, что есть, взагалі. Вот это сама церковь, все себя представляет. То есть, опять же, колокол такой церкви особо не повесишь, поэтому рядом стоит этот камешек. Церкви имеют, ну, в 90% случаев круглую, скажем так, форму и разделены на три части. Первый круг доступен всем, второй круг доступен только мужчинам и священнослужителям. А третий круг, это получается алтарь, если так можно сказать, это разрешен туда только, скажем, либо смотрителю, как сказать, ну, батюшке. Звичай, в пеклі долають певні круги для того, щоб чогось дістатися, а тут все ж трошечки навпаки, у самій церкві. І Ефіопія ж це православна, единство в Африці православна страна. Вот у меня до сих пор вот не сложилась вот как таковая картинка отдыха. Мы прилетели, мы поехали, поселились в гостиницу. В гостинице у нас есть электричество, все, что нам нужно, ну, кушать мы можем. Ну, и кушать мы можем нормально, да все хорошо. Но мы выезжаем, я так понимаю, на какие-то экскурсии и так далее, и там уже у нас полная, ну, будем так сказать, не свобода. Колорит, свобода, то есть мы все время ночуем в гостинице или есть какие-то экскурсии там, где мы ночуем непосредственно, возможно, в племенах или где-то там, вот как вы сказали, что без условий просто где-то на полу. Вот я, где-то, есть две части отдыха. Я бы сказал, есть три части отдыха. Три, да. Вот. У нас тур, он большой, то есть он включает и южную часть, и северную часть, и Данакель. Вот, ну, Данакель по желанию, это для самых, так скажем, экстремальных туристов. Вот, и прилетают, естественно, все в Адис-Абебу, как центральный город, центральный аэропорт. И уже далее мы едем сначала на юг страны, смотрим племена, там останавливаемся как раз в этих гестхаусах. Вот, после мы возвращаемся в Адис-Абебу. После этой южной части несколько дней мы там путешествуем по племенам, возвращаемся в Адис-Абебу, и из Адис-Абебы уже летим на север страны и смотрим как раз исторические, скажем так, достопримечательности. Это так, все, что относится к древнему эфиопскому государству. И там уже достаточно большой выбор, если так можно сказать, отелей. Ага, то есть цивильненько. То есть, скажем, в каком-то городе уже из 5 или 10 отелей можно выбрать. Ага, ага. Дорогие отели типа Хилтона или Редисона есть, но они есть в Адис-Абебе. Потому что это как бы столица. Это древний замок, находится в Гандере. Вот, ну, так скажем, для Африки это очень уникальное строение. Вот. И вообще в Эфиопии очень много различных контрастов. То есть там люди могут найти для себя интересное, и те, кто любит старинную архитектуру, и те, кто любит какую-то самобытность и природу. Поэтому, наверное, туда вот из Европы и в основном ездят люди. Ну, сколько дней длится тур, еще раз скажите? Наш тур длится, если большой, то 16 дней, если короткий, то 13. Короткий — это значит без Данакеля.
Ты, у тебя был вопрос. Ти так, я тебе. Я хотів просто сказати, що ось цей замок, він десь в деякій мірі так дуже цікаво поєднав. І начебто така мечеть східна, яку ми звикли бачити, і трошки такі архітектурні замальовки європейського характеру. Тобто, в принципі, я так розумію, що корінне населення це ефіопи, а зазвичай взагалі, чи я просто не зовсім знаю історію цієї взагалі, країни. Ну... Це такий темний ліс в прямому переносному сенсі слова. А, тобто, я так розумію, що все ж таки все це їх витвори. Ось ці церкви, ці замки. Тобто, взагалі, сліду якогось європейського там не було протягом останніх там 100 років, можливо, і більше. Ефіопія – це, кстати, єдинна країна в Африці, яка ніколи не була колонією. Колонізована. І, ну, тим не менше, влияння інших країн здесь відчувалось. В першу чергу, це португальці. То есть благодаря португальцам Эфиопия, кстати, и отстояла свою независимость. И она отбилась и от арабов, от арабского завоевания, и от англичан. Вот, тем не менее, своя самобытность осталась, но привнесенный, скажем, вот португальский штрих присутствует. Ну, в принципе, Гондэр, крепость в Гондэре, которую вот этот замок мы смотрели, он как раз и построен под влиянием, вот, скажем, португальской архитектуры. Все, вот снова это ж, этот замок, все остальное это достаточно такое самобытное эфиопское, которое особо нигде не встречается. Еще на границе Эфиопии и Сомали, это получается восточная часть, живут мусульмане. И там, конечно же, есть мечети, которые уже привычны для нас. Наше понимание мечети. Ну, скажите, сколько вот стоит такой тур, на, ну, как вы сказали, есть две опции, 13 и 16 ночей, вот с перелетом, совсем-совсем, со внутренними экскурсиями. Есть какой-то минимум, максимум различия цены? Поделитесь с нами. Ну, это никакой тайны в этом нет. Эфиопия, скажем, не дешевая страна для белого человека. Вот, ну, так вот исторически сложилось. Поэтому, вот, скажем, короткий тур у нас стоит 1870 долларов. Вот, а за Данакель, так как у нас, скажем так, набирается большая группа людей, за Данакель отдельная доплата идет 600 долларов. То есть на 3 дня. И включено сюда перелет. Нет, перелет идет отдельно. Перелет идет отдельно, а питание тоже отдельно. Питание, завтраки в отеле все включены по ходу движения нашего, так скажем, автобусика у нас будет постоянно вода, вот, ну и остановки на, скажем, на обед и на ужин. А также включены, естественно, все экскурсии, все передвижения, два внутренних авиаперелета. Ну, в принципе, такое. Ось така прозвучала інформація про Ефіопію, тож є з чим її порівняти, ми знаємо. Є на чим подразмислитися, ви так сказали. Є на чим поміркувати, тому що мені здається, що ця країна не для кожного. Це потрібно для цього якось, напевно, що свідомо дійти і дійсно зрозуміти, чи потрібно тут їхати чи ні. Мені здається, що все ж таки це напрямок для тих туристів, які шукають щось нове, які вже відвідали такі традиційні напрямки, яких вже нічим не здивуєш, а тут якраз ось така самобутня природа, колиска цивілізації, де зберіглося чимало, напевно, що стародавніх і храмів, і різноманітних культурних таких напрямків, які дійсно можуть і здивувати, і навіть, можливо, і приголомшити. З нами у гостях був Олександр Логачов, це менеджер туристичного оператора «Експедиція» і гід по Ірану та Ефіопії. Розповідали про різноманітні напрямки, говорили про візу, говорили про авіаперельоти, як все це потрібно скомбінувати і що за чим потрібно послідовно робити. Якщо у вас виникли якісь запитання, ставте у коментарях під цим відео у Ютубі. Ну, а ми з Олександром будемо зараз прощатися. Дякуємо, що розділили цей ефір з нами, що розкрили трошечки по-новому нам Африку, тому що не кожного дня можна почути про Ефіопію щось таке цікаве, окрім того, що вона є взагалі на карті. Тож, будемо робити крапку на сьогодні. Прощаємося з нашими глядачами зовсім ненадовго. Вже завтра, рівно о 10-й годині, ми знову будемо з вами тут, у цій студії.